Первое ограбление, которое совершили преступники, было еще в 2003 году, говорят правоохранители. И с этого времени они были в розыске. Кстати, все шесть задержанных – жители Бердянска. Однако работали грабители преимущественно на территории других областей – Житомирской и Винницкой. Среди похищенных предметов сотрудники милиции у них изъяли раритеты Александра Суворова, графа Потоцкого, а также редкие иконы. В управление уголовного розыска УМВД Украины в Запорожской области поступила информация о жителе города Бердянска и еще пятерых лицах, которые, вступив в преступный сговор на протяжении времени с 2003 года по настоящее время, совершали кражи культурных ценностей, исторических ценностей из музеев, церквей, других культурных учреждений по территории всей Украины. По словам сотрудников милиции, среди покупателей похищенных вещей были и высокопоставленные чиновники. По факту преступлений возбуждено уголовное дело, ведется следствие.